темп все увеличился. Находясь непосредственно в зале, входишь в своеобразный транс, который, наверное, испытывают индейцы или дикари в боевом танце под постоянные ритмичные удары тамтамов. Ты уже просто не можешь остановиться, ты словно лавина, ураган, смерч, если, конечно, не нарвешься на молниеносный удар своего визави. А бьют, надо сказать, здесь не по-детски. Проще говоря, лупят почем зря. Практика сундоме, остановки удара на расстоянии нескольких сантиметров от головы, сводится к нескольким миллиметрам, а потом и вовсе забывается. Если во время отработки атаки руками вы вдруг ударите ногой, хорошо. Подсечка еще лучше, пропустил, вообще замечательно. Вот еще несколько воспоминаний Скотта Лэнгли. Боже мой, где я? В аду. Я на полу, я чувствую, как кровь льется из моего носа и хлыщет из моей верхней губы. Как я мог получить удар одновременно и в нос, и в губу? Да у него, наверное, кулак размером с тарелку. Предположительно, это был удар рукой, но это могла быть и нога. В действительности я не видел удар. Подошел сенсей Ишимине и, пнув меня, сказал вставать, продолжать. Нет-нет, это какая-то ошибка, я травмирован, и надо ударил меня без контроля, это недопустимо. Вставай! Ой, извините, я виноват, очевидно, у меня уже поехала крыша, ведь я без возражений встал на ноги, ожидая большего. Бац, я опять на полу, смотря на потолок и думая, чем занимаюсь, шотокан карате или черт его знает чем. Я услышал яме, о боже, все закончено, с трудом вставая на ноги, я поклонился и собрался было уходить. Но в этот момент японский голос приказал мне остаться, я обернулся и увидел сенсей Коике. А, это нормально, он же мой друг, мы пили вместе. Бац, это не крикет, я на полу и смотрю на Коике, надеясь, что мои невинные глаза вызовут в нем хоть каплю сострадания. Бац, он только что наступил мне на голову. Он действительно поднял стопу и прибил мою голову к полу. Что за чертовщина? Эта чертовщина и называется курсы кенчусей. Мастер Кагава сначала смотрел, как занимаются его ученики, потом не удержался и сам пустился в бой. Сейчас мы увидим это уникальное зрелище. Между прочим, вот сейчас вы видите, его спарринг-партнером является чемпион Японии по шотокан карате, один из известнейших спортсменов. Посмотрите, как сенсей спокойно совершенно расправляется с ним. И после занятий он продемонстрировал нам свой выдающийся удар мавасигери прямо из стоечки. How long have you already practiced? Как давно вы занимаетесь карате? Уже 45 лет. 45 лет. О, это очень большой путь. А вы помните ваш первый приход в зал? Вот ваши ощущения какие были? Мой старший брат был учителем карате в университете, и первое мое занятие было у него в зале. Ну, помню, что мне было страшновато. Первый раз. А что вы думаете о качестве, о состоянии современного каратэдо? О развитии в современном мире этого боевого искусства? Ну, сейчас во всем мире как бы мы подразделяем два вида карате. Это соревновательное, спортивное карате, где во главу угла ставится победа над соперником. Завоевать первое место и принести славу своему залу, своему университету, клубу, ну и своему тренеру. И есть другое карате, где в ежедневных многочасовых занятиях в додзё задача побеждать самого себя. Это сложнее, и это и есть, видимо, настоящее карате. А как вы думаете, вот тот самый дух боевых искусств, дух будзюцу, жив он сейчас в спортивных залах, в сердцах спортсменов, или он уже умер? Ну, мы для этого и тренируем наших кенчусеев, чтобы сохранить этот дух. Они являются хранителями духа.
Хотя, конечно, во многих залах спорт доминирует, и настоящий дух умирает. Вы знаете, здесь, в нашей передаче, во время съемок, мы искали японское кокоро. Как вы думаете, вот в зале карате можно найти кокоро? О, это прекрасная идея. Кокоро спрятано, многие люди прячут свое кокоро, многие его теряют, но многие вообще никогда не находят. Кокоро – это не просто сердце, это душа человека, его сокровенное состояние. Каждый сам находит и понимает свое кокоро. Ну и, конечно, в зале во время тяжелейших занятий сердце человека открывается, ты понимаешь, каков он есть на самом деле. Мы слышали про ваши курсы, то, что это действительно очень тяжелая работа, да и мы и сами видели, насколько это трудно и тяжело. Но тем не менее, в Европе, в Америке, да и у нас в России все знают, что GKS, Шотокан, это бесконтактный стиль. Здесь же мы видели работу в полный контакт, и причем достаточно серьезный. Вы специально практикуете это? Так называемый кенхисацу, наповал одним ударом, одной атакой. А вы заметили это? Вы почувствовали это? Да, действительно, мы это почувствовали. Ну что ж, вот видите, вы сами ответили на свой вопрос. Действительно, мы стараемся практиковать полную концентрацию в точке удара. Киме. Важна скорость. Если будет большая скорость и концентрация, то можно развить такую мощь удара, что достаточно будет всего лишь одного движения, и оппонент будет повержен. Какой бы огромный он ни был. Но для этого нужно очень много трудиться. Спасибо, сенсей. Было очень здорово. На самом деле тренировка не закончилась после нашего интервью. Ребята кенчусеи продолжали еще долго тренироваться. И специально для нас, чемпионка Японии, девушка продемонстрировала ката унсу. Посмотрите. Нужно отметить, что в этой форме, в этом ката и в начале, да и на протяжении всего исполнения очень много движений, очень много ударов наносится пальцами, кончиками пальцев. Так вот, чем грешат спортсмены-исполнители вот этого ката, тем, что пальцы у них мягкие, если можно сказать, как макароны. После занятий мы специально у этой девчонки попробовали на крепкость ее пальцы и должен вам сказать честно и откровенно, что у нее пальцы как гвозди. Так что исполнение унсу вот этой девчонкой, оно имеет смысл, действительно, то есть это боевое исполнение, просто молодец. Закончилась тренировка в дозе GKS Kenshusei. Странно, но после 6 часов